И всем привет, с вами Ростиксен. Почему нужно делать фаркастер? Фаркастер — это такая штучка, которая собрала более 30 миллионов долларов. Туда Виталик Бутерин перешел из Твиттера. Я думаю, если вы не лох, если вы не глупый, то этого уже достаточно, да, для того, чтобы, ну, понять, что фаркастер... Надо хотя бы изучить вообще, что это такое. Что такое фаркастер? Это социальная сеть, которая там на блокчейне, но при этом типа юзер-френдли. Ничего такого не нужно. Зачем вообще это изучать? То есть какие перспективы? Что мы можем получить? Мы можем получить airdrop от фаркастер. Возможно ли это? Да. Все, надо делать. Риск-ревард смотрим. Там все крутые девы. Виталик Бутерин, просто миллиард народу. Мало юзеров сейчас. Активных юзеров около 100 тысяч. Много это мало? То есть просто юзеров 100 тысяч, да? Ну там же, возможно, будут какие-то критерии. Например, там хотя бы 20 постов. Ну я условный, да? Уже становится 50 тысяч. То есть как бы... Юзеров не так много. Раздали... то есть там собрали много денег. Возможно, это новый Твиттер на блокчейне и вообще замена... аквапарком. Ну, условно, да? Теперь идем дальше. Что нужно вообще, чтобы в фаркастере зарегистрироваться? Что такое? Ничего не надо. Нужно 5 долларов. Бургеры, по-моему, дороже стоят, чем 5 долларов сейчас. Но если не брать с одной котлеты лоховской, а брать нормальный бургер, то он стоит дороже 5 долларов. А, кстати, всем привет, с вами Ростиксен Нищий. И всем нищукам, богачам привет. Сейчас на отдыхе. Также подписывайтесь на мой ТГ. Там, вы знаете, где я вообще. Так вот, как вообще фаркастер зарегаться, там не зарегаться. Чё, куда? Что куда? А, точно. Это стоит 5 баксов в год. Вы угораете? Ссылка на фаркастер для регистрации будет в описании. Если вы по моей зайдете, то мне там будет какой-то небольшой бонус. Типа, с этих 5 долларов. Это, я думаю, мы поняли друг друга. Если мне поможете, я буду рад. Самое главное, что я вам хочу сказать. Это идеальная темка, если вы нищий. То есть 5 долларов, что нужно делать? Ясное дело, не быть глупым. Не делать один аккаунт, два. У меня два аккаунта, честно скажу, я глупый, я нищий, объективно. Но у меня знакомые сделали по 50, по 200 аккаунтов они будут делать туда. И есть моментик, что можешь заработать много, поэтому нужно хотя бы 10 аккаунтов сделать. Я постараюсь, хочу сделать 50. Я не знаю, получится, я постараюсь. Я пока что у меня есть два аккаунта, я туда захожу, делаю, да. Собираюсь с мыслями, так сказать, на отдыхе, я не знаю. Буду ли что-то делать. И таким образом, фаркастеры, сделайте 10-20 аккаунтов. Это недорого, риск-ревард хороший, вложения небольшие, при этом действия понятные, просто там подписчиков в себе. Кстати, подписывайтесь на меня, мой фаркастер будет в описании. Просто там подписывайтесь на всех остальных, делайте посты, делайте лайки. Уже были дропы от фаркастера, что важно. И можно понять примерные критерии. Кстати, можно вообще зацепить дропы не от своего фаркастера, а от... Ёп, твою мышь! Фаркастер уже раздал дропы, но посредством других проектов. То есть, типа, другие проекты раздавали, кто был активный на фаркастере. 10 постов, 10 подписчиков нужно было на фаркастере, и тогда вам давали 600 долларов. Или там 700, вы угораете? Вы угораете? Типа, ну, это... Это смарт, короче, делать. Ну, то есть, примерно, понимаете... Что сделать на аккаунт? Я хочу сделать везде 1000 подписчиков, не знаю, как получится. Ну, хотя бы сотку делаем, да? 100 постов, хотя бы 10 дней поактивничать. Что еще там? Какие-нибудь... Там, поприглашать друзей, вот. Ссылочка будет в описании, да, на фаркастер. Напоминаю, вы мне поможете, если зарегистрируетесь. Мне там дадут какие-то бонусные баллы. Вы что, вы угораете? Ну, окей. Как бы, вам не сложно? Мне приятно, да? И, как бы, вот так вот просто делаем. То есть, да, мы нищие. Как бы, не надо там... как-то приукрашивать. Наша задача — как-то изменить эту ситуацию, обернуть ее в свою сторону. Как бы этим мы и занимаемся. Подписывайтесь. Скоро еще скажу темки, где вы сможете поучаствовать.